Меня зовут Сергей Вострецов, мне 40 лет, и я основатель компании «Мастерская голоса Сергея Вострецова». С появлением моей школы появилось много людей, много блогеров, которые научились правильно говорить. Ну, не только блогеры, обычные люди, которые подписаны на мой канал, стали лучше говорить, обращать внимание на это, на свой голос. Если ты в бизнесе, значит на сцене. Под их прицелом ты как на рентгене. Твои люди ждут твой выход. Говори четко, говори лихо. Сергей Вострецов, я здесь не случайно. Четкая дикция для меня не тайна. Я из города Якутск, но читаю как Тэкнайн. Партия мне скажет надо, смогу как Левитан. Уроки дикции по всему глобусу. Подпишись на канал Мастерской Голоса. Менеджеры, блогеры, ораторы, миллионники. Говори все как надо, и все будет как надо. Говори все как надо, и все будет как надо. Говори все как надо, и все будет как надо. И все будет как надо. И все будет как надо. НТВ, РУ-ТВ, Муз-ТВ, РЕН-ТВ. Под любой кнопкой, не только в Москве. Ты знаешь мой голос, он с тобой везде. Зачем ждать чудеса? Прокачай себя сам. Зачекай канал, я там все сказал. Говори все как надо, и все будет как надо. Говори все как надо, и все будет как надо. Говори все как надо, и все будет как надо. И все будет как надо. И все будет как надо. Говори все как надо. И все будет как надо. Говори все как надо. И все будет как надо. Говори все как надо. И все будет как надо. И все будет как надо. И все будет как надо.